История, достойная сценария к фильму про сокровища. Минусинский предприниматель в прямом смысле докопался до уникальной воды. Речь идет о безупречном качестве, поспорить с которым не способна ни одна другая скважина в округе, уверены гидрогеологи. Подробнее об этом прямо сейчас. Минусинский район, близ села Малая Минуса. Но чем не ремейк Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу»? Впрочем, здесь начинается совсем другая сказка. Сказка о живой воде. А вот подлинность ее подтверждают вполне реальные специалисты. Заслуженный гидрогеолог Анатолий Кривошеев с 60-летним стажем уверен, эта скважина – настоящее природное чудо, встретить которое во всей стране – большая редкость. Мы созданы именно природой на эту воду, высшей категории. Это означает минерализация 0,5 грамма, жесткость 4 единицы, содержание азота там 4-5 миллиграмм, небольшое. Выше ни у нас, ни в России качества нет. То есть эта вода наилучшая, которая на сегодня известна, нам, гидрогеологам, известна на юге Красноярского края и в Хакасии. Процесс производства и розлива происходит всего в 18 метрах от скважины. Под собственным напором из глубин вода поступает первым делом на фильтрацию и озонирование, а далее конвейер. В считанные минуты продукт приобретает форму. Собственно, вот так при полной автоматике появляется новый бренд и визитная карточка – чистейшая вода «Вулканика». Это специально делано, чтобы не было никакого свойства фактора, не включалось, чтобы не было ни брака, ни не могло быть никакого-то заражения воды от человека. То есть полностью весь процесс. Еще особенность такая, что мы все бутылки, даже после того, как выдуваем, их обрабатываем на палатке озонированной водой. По оценке специалистов, источник, из которого бьет вода, сформирован более 300 миллионов лет назад. Глубина залегания 70 метров. Открывателем считается местный житель Андрей Коротких. История случилась еще в 2015-м. Тогда Андрей решил углубить действующую скважину, чтобы запитать водой свое кафе. Я поворачиваюсь и вижу фонтан. И этот фонтан на начальном его этапе был выше здания. То есть это порядка 10 метров был вот такой вот фонтан. Я испугался, я прибегаю вниз, думал, что-то произошло. А оказалось просто, люди дошли до источника артезианского, и оттуда под таким высоким давлением как раз и хлынул этот фонтан. Собственно, в чем же уникальность воды «Вулканика»? Об этом говорят многочисленные экспертизы. Прежде чем наладить производство, Андрей Коротких 5 лет занимался исследованиями. Если говорить на языке обывателя, этот продукт максимально сбалансирован для организма человека. Отсюда и высшая категория качества. Это вода питьевая, не лечебная, питьевая. Вот. И кроме того, она артезианская, то есть она говорит, что залегает глубоко, сформирована, возможно, тоже довольно-таки давно. Да, и вот сейчас вот передает как бы свои полезные свойства, кто употребляет. Живая вода, можно сказать. Все это вполне тянет на новый символ здешних мест. Известно, что «Вулканикой» уже заинтересовались крупные федеральные сети. С кем-то ведутся переговоры, но знаменитый командор уже представил «Вулканику» на прилавках. Кто знает, может и вправду, в скором времени эта вода будет бить на всю страну. Константин Кравцов, Дмитрий Симонов, «Вести», Хакасия.